КВНщица Елена Борщева решила оправдать свою фамилию. И с недавних пор ведет кулинарное стендап-шоу. Готовит и шутит одновременно. У меня есть личный бренд. Это мои ушки. И сегодня приготовлю вам необычные оладушки. Только не переживайте, что по форме словно ушки. Ведь по вкусу они те же, что и мои бабушки. Лена еще ни разу не пробовала жарить на керамической сковородке. Она делает это впервые, специально для нашего эксперимента. Я довольна результатом. Напоминаю, что не бойтесь, они только по форме такие. Сковородка удобная, такая тяжелая, то есть ей можно не только готовить, но и кого-нибудь понаказывать. Конечно, на привычной черной сковородке получилось не хуже, но пришлось добавить масло. Консерваторам, конечно, больше понравятся эти оладьи. А тем, кто следит за своей фигурой, я думаю, что больше понравятся эти, потому что они действительно не такие жирные,